И в запорожских школах прозвенел последний звонок. На торжественной линейке в учебно-воспитательном комплексе «Запорізька Січ» побывали наши корреспонденты. Запорізька Січ – школа необычная, хотя бы потому, что находится она на территории острова Хортица. А еще здесь сделан упор на военно-патриотическое и спортивное воспитание подрастающего поколения. Кроме того, в последние годы учебное заведение явно преобразилось. Благодаря депутатскому корпусу Запорожского городского совета, Запорожского областного совета, эта школа сегодня, ну, можно сказать, является по материальной базе, по тому качеству ремонтов, качеству образование, которое они получают здесь, является одной из самых лучших. Линейка выдалась довольно-таки продолжительной за счет награждения многочисленных отличившихся. Начиная с отличников учебы и призеров олимпиад и заканчивая лауреатами всевозможных конкурсов. Это главное свидетельство того, что нынешняя система образования развивает школьников всесторонне. Мы смогли сохранить лучшие традиции советской школы, добавили уже новых традиций украинской школы, и наша средняя школа будет лучшей в Европе. Наряду с Запорожской Сечью были отремонтированы и модернизированы десятки школ нашей области. Проведена большая работа, отмечает председатель облсовета, заслуженный учитель Украины Павел Матвиенко. Мне отрадно отметить, что сегодня в Запорожской области за последние 3 года отремонтировано более половины всех школ. Это очень серьезное укрепление базы образования. И большая сумма вложена, а это более 80 миллионов гривен. Конечно же, важным вопросом также является решение для сельских школ, подвоза детей к школе, сельский автобус. И эта проблема сегодня решается. Серьезная работа в сфере образования будет вестись и в дальнейшем. Естественно, это потребует существенных финансовых затрат. Однако экономить на будущем страны областные власти не намерены.